Подмосковные «Химки» приняли на домашнем стадионе «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги. По мнению экспертов, к 12-му туру соперники подошли не в лучшей форме. Желто-синие проиграли три игры на выезде, в том числе против «Реала» и «Фенербахче». «Барса» же, входящая в число фаворитов Евролиги, в недавнем матче уступила ЦСКА с разгромным счетом. Первые полторы минуты матча счет оставался 0-0, но точные броски с середины поля от Ханги и Шмидца позволили каталонцам выйти вперед. Вернувшийся в «Химки» Алексей Швед смог распечатать кольцо противника лишь на четвертой минуте. Но отставание в 10 очков за весь матч преодолеть так и не удалось. Надежда на победу появилась в самом конце, когда желто-синие забросили несколько трехочковых, сократив разницу до 4 очков. Но чуда не произошло. Финальный счет составил 94-102. Баскетбольный клуб «Химки» впервые за сезон уступил в домашнем матче. Следующую игру желто-синие проведут на выезде. Сыграют сегодня с питерским «Зенитом» в единой лиге ВТБ.